хочется сказать. Это, а мы знакомы с вами, мы уже с вами работали, да. Очень приятно, очень приятно. В любом случае, праздник остается праздником. Международный день защиты детей. С учетом той ситуации, того времени, которое мы сегодня с вами проживаем, мы не можем с вами вот на улице, потому что это, к сожалению, небезопасно. Но сегодня мы нашли возможность прийти к вам в гости, пожелать вам самое главное – здоровья вам и вашим родителям. Международный день защиты детей. И в этот день принято радовать деток. И наш фонд всегда участвует в подобных акциях и радует деток различными подарками. Поэтому и сегодня это не исключение. Вот уже 10 лет у нас идет война. И 10 лет наш фонд помогает мирным жителям, помогает в основном тоже женщинам, детям, старикам. И очень бы хотелось, чтобы на ваших лицах были только улыбки, и в ваших глазах сверкали яркие огонечки радости. Чтобы вы не слышали больше никогда этих страшных звуков. Чтобы вы могли свободно гулять в песочнице, на детских площадках, ходить с друзьями в парке, кататься на велосипедах. Чтобы больше никогда вам не пришлось прятаться в подвалах и ложиться на землю при обстрелах. Ай, да, сыночек, как зовут? Дима. Димочка, поздравляем тебя, Дима. Спасибо. Спасибо. Розовая рубашка идет в школу. Так, делаем общую фотографию.